меня вот если сейчас возьмут без всякой причины. Меня держат, потому что у меня был протест, возраст. За меня заступились такие люди, которые Саакашвили знают. И вот нахожусь дома. Мне тюремное условие, как ни говори дома. Худо, бедно или нет, не богат, но... Ну да, ну... Захарий Князевич, Захарий Князевич, у него побольше дом. Ну, вчера говорили. Ну, да, ну, дай Бог, дай Бог. Я им не завидую. Я человек такой. Я жил по своей способности. Моя жизнь только... У меня другого нет. То, что я учился до 6 класса, после того, был всегда вот на улице, всегда, ну, кочевал. А все. Сейчас остепенился, оседлая жизнь, семья, сын у меня. Был сын, войну убили. Потом Бог он на стороне Грузии был? Да, конечно. У него жена и мать абхазы. Сейчас жена и две дочери здесь живут. Сейчас она, вчера уложили ее, оперировали. Сейчас она вот собирается навести это. Не от нее. Сын не от нее, абхазка была. Ну и вот. Ну нормально-то вы уживаетесь. А? Нормально уживаетесь, а то у нас говорят, грузин, абхаз, злейшие враги. Злейшие враги? Угу. Ну знаете, что мне не приходилось с ними ни воевать. Ни... А нельзя, собственно говоря. Ну, не положено в руки оружие-то брать. Как? Оружие нельзя в руки брать, кроме ножа. Я жил немного после освобождения в Сухуми. Был парень, был единственный. Я 15 лет отсидел, приехал. Ему тоже это 15 было, когда я освободился. Ну, работал там в торговле. Ну. И вот он женился. У него двое детей, девушки, оба сейчас здесь. Одна у матери сейчас в больнице, одна работает. Вот вся моя жизнь. Сын работает, помогает. Младший, да? Да, он. Ему 32 года, в апреле исполнилось. 76-го? А? 76-го? 76-го. Ну, понятно, понятно. Дай Бог вам здоровья. Спасибо. И поменьше проблем на вас. А привет передайте, там это... Я помню. Мое пожелание вчера сказал я. Я помню. Да. Нас и так... У нас врагов, начиная с власти... Очень многие. Так что друг друга нечего уничтожать. Если может, могут они, пускай как-нибудь так. Но нельзя с ними мириться, ничего. Пускай пока хоть, чтоб кашу не заварить. С 47-го года по 57-й, в основном по 55-й, уничтожали мы друг друга, бились. Ну, это были мы враги тогда, суки.